Один из главных героев художественной картины 2012 в кульминации фильма говорит: «Когда мы перестаем биться друг за друга, мы перестаем быть людьми». В настоящее время идет проверка наших человеческих ценностей. Именно в такое сложное время благотворительный исламский фонд «Ярдам» начал хорошую новую акцию, которая называется «Дорога жизни». Они помогают нуждающимся, ветеранам, незрячим, людям старшего поколения, приносят им горячую еду в ланчбоксах, покупают им лекарства, а также помогают по другим хозяйственным бытовым вопросам. Именно такие хорошие начинания рождают в душе надежды. Надежду на то, что мы, наше общество, у нас еще не все потеряно. Значит, мы гордо можем носить имя человека.